Добрый день, друзья! Мы находимся во Вьетнаме, в провинции города Дананг, и сейчас мы приехали на Банна Хиллз. За моей спиной вы там можете увидеть канатную дорогу. Это самая длинная канатная дорога в мире, и мы туда пойдем. Это будет часовая поездка прямо на вершину холма, где мы сможем посмотреть какой-нибудь французский городок. В общем, все увидите сами. Ух! Хочешь в Украину в зиму? Нет, мне достаточно. Чувство, когда ты замерзаешь на улице. Помимо этого, французская деревня, которая была построена в 20-х годах прошлого столетия, была самым-самым богатым и дорогим курортом для французов, которые колонизировали Вьетнам. Ну а сейчас толпы китайских туристов не дают ни на секунду забыть, что ты все-таки находишься в Азии, а не в Европе. Здорово!